Понедельник в Самарской области малооблачно, местами осадки в виде небольшого дождя. Днем плюс 23, плюс 25, ночью 16-18 градусов выше 0. Северный и северо-восточный ветер, скорость 1,3 метра в секунду. В Сызрани на небе облака, днем плюс 24, ночью плюс 16 градусов, северо-восточный ветер 1 метр в секунду. В Тольятти малооблачно, днем плюс 25 градусов, ночью 18 выше 0, ветер северный 1 метр в секунду. В Самаре небольшая облачность и без осадков. Днем плюс 24 градуса, ночью 18 выше 0, ветер северо-восточный 1 метр в секунду. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 43%. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом kismeteo.ru.